В эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Говорим на самые актуальные темы города. У нас в гостях мастер авторской игрушки Надежда Лукьянова. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что же такое авторская игрушка? Расскажите. Авторская игрушка – это игрушка, которая создана по эксклюзивной технологии. То есть автор разрабатывает отдельно выкройку, работает над образом изделия так, чтобы это было индивидуальное и неповторимое. То есть такой второй нигде не встретишь? Нет, нигде. Расскажите про свои игрушки. Я занимаюсь изготовлением игрушек уже в течение 6 лет. Как бы я самоучка, к этому пришла самостоятельно, никто меня не учил. То есть методом проб и ошибок я теперь создаю вот такие вот замечательные животных. Вот, мои игрушки сшиты из натуральных материалов, они эксклюзивны. Допустим, все большие игрушечки шьются в единственном экземпляре, я не повторяю. То есть человек может, приобретая эту игрушку, как бы иметь эксклюзивно что-то, то, чего у другого ни у кого нет. Сколько же необходимо времени для того, чтобы вот создать такую красоту? Ну вот малыши такие маленькие игрушечки, 2 часа где-то можно. Но если сел и шьешь, никто не отвлекает. А допустим, такого медведя где-то в неделю я шила. А вот зайчики? Ну зайчики, это у меня что-то среднее между малышами и тедиками. Ну пару дней надо на одного зайчика. Откуда черпаете вдохновение на создание таких прекрасных животных? Ну, у меня животных? 3 девочки, дочки, поэтому, наверное, благодаря им я как бы вдохновляюсь на такие вот, как бы именно работаю, играюсь, как говорится, своими вот зверями. Расскажите про свои самые интересные работы, которые вам больше всего запомнились. Ой, я, наверное, люблю каждую свою работу, потому что все равно вкладываешь душу, какая-то эмоция определенная вложена в каждое изделие. Поэтому я, в общем-то, люблю их всех. Они индивидуально, каждая игрушка. И я думаю, что какая-то информация положительная в каждой игрушке есть, поэтому не знаю. Ну, не а могу самое выделить. Необычное, вы помните, что необычное? Делали? Ну, наверное, скорее всего, вот этот медведь, потому что он, в общем-то, сшит из таких современных достаточно материалов, из вискозы немецкой, но люди, глядя на него, дают ему лет 50 и более, то есть тут максимально проработана техника состаривания, именно материала, набит древесной шерстью, стальным гранулятом. Он очень тяжеленький, у него около 400 грамм веса у этого мишки. То есть, ну вот, я его люблю, как будто действительно я бы, наверное, с ним лет 50 была знакома, и он вот такой вот у меня любимый, наверное, эксклюзивный вот такой вот мишка. Вот этот. Что же необходимо для того, чтобы создать себе эксклюзивную игрушку? Ну, в первую очередь желание, время. Ну, наверное, человек может быть нужен тот, который может помочь создать эту игрушку, подсказать, как бы вдохновить. Не обязательно даже показать технологию изготовления, потому что, в общем-то, в интернете сейчас очень много информации, которой можно поделиться, ну, почитать, для себя изучить. Но какая-то идея, какой-то человек, который создает интересные игрушки, наверное, он должен быть у каждого мастера. А какие технологии существуют на данный момент? Ой, технологий очень много, очень много. Вот, ну, конкретно я очень люблю, допустим, шить именно животных, вот, допустим, зайцев. Я шью из натуральных тканей. Это тело у зайчиков из льна сшито. Внутри я наполняю гипоаллергенным наполнителем, так, чтобы, допустим, и дети, и взрослые могли играться, пользоваться этими изделиями. Есть технологии, допустим, техники Тедди, здесь уже немножко другие игрушки. Эти игрушки коллекционные, то есть ими нельзя играться, они стоят обычно на красивом месте в квартире, люди наслаждаются ими. То есть это в этих техниках состариваются игрушки, полностью сшиваются вручную, набиваются вот такими вот натуральными, то есть опилками набиваются, стальными какими-то шариками, стеклянными шариками, ну, в общем, вот так. А как происходит этот процесс состаривания? Процесс состаривания очень долгий процесс, то есть из блестящей мохнатой ткани надо сделать такого вот потрепанного мишку. Выщипывается, выстригается, красится красками, допустим, используются железные щеточки, которыми вычесывается это мохер. Вот, то есть это в технике состаривания используются вот такие технологии. Может, посоветуете нашим телезрителям, какие проще всего материалы приобрести, чтобы создать себе игрушку?
Ну, сшить можно из любых материалов, из любых. Но я лично для себя выбрала лен. Это когда я шью, допустим, зайчиков своих любимых. Это уже как, ну, мои любимые зайцы, не могу ничего сказать. Здесь у меня используется махра и также лен. А вот в технике теди я покупаю вискозу, махер. Это все используется для шитья именно вот таких вот мишек. Мишек, зайчиков именно в технологии теди. Насколько сложно новичку создать свою первую игрушку? Вы помните, как это проходило у вас? Ой, сложно. И, конечно, когда начинаешь шить, вряд ли это что-то такое эксклюзивное. Скорее всего, начинаешь шить из того, что уже кто-то, ну, такое как бы копируешь, да? Ты учишься на чьих-то работах. А потом уже со временем создаешь свою. Вряд ли возможно, ну, не знаю. У меня не получалось сразу же. То есть к тому, чтобы сделать свою авторскую выкройку, я шла... где-то 4 года, угу. То есть я делала там в интернете, брала выкройки, как-то пыталась изменить все, и уже вот через 4 года, в течение 2 лет уже последних, я использую только свои авторские выкройки, не повторяясь вообще, ну как бы, не копируя никого. А какой была ваша первая игрушка? Была кукла Тильда, это очень популярная тоже, как бы у нас многие люди любят этих куколок, ангелочков, вот, это была Тильда, да. Ну, как-то вот я отошла от людей, именно изготовления шитья именно людей, а вот перешла на животных, на зайчиков, мишек. Может, расскажете нашим телезрителям, как можно быстро и просто, вот минимально, изготовить самую легкую игрушку? Взять выкройку в интернете, скопировать ее, допустим, или распечатать, вырезать, перенести. То есть выкройка должна быть примитивная для начала, для, как говорится. Такие можно найти, да, в интернете? Да, конечно, очень-очень много. Сейчас лишь бы было желание, как говорится, у человека, и возможности есть. Вот, копирует человек выкройку на ткань, сшивает и, в общем, выворачивает, набивает и декорирует. Ну, просто словами, конечно, не объяснить полностью. Ну, в общем, я говорю, много очень информации можно почерпнуть, читая книги и информацию в интернете. А вот для набивания что чаще всего используется? Тоже очень-очень много чего можно использовать. Но я лично использую холофайбер, это гипоаллергенный наполнитель. Также есть синтепух. В теди я использую стальной гранулят, стеклянный гранулят. Потом... древесную шерсть, опилки могу использовать. Но это все легкодоступные материалы, которые у нас, в общем-то, уже можно купить в городе Севастополе. А насколько популярны вообще-то вот веяния, авторские игрушки? Популярно, люди любят, люди пробуют делать, приобретать себе, то есть это ценится очень. Вот, ну, популярно. А откуда это вообще появилось? Движение. Я, если честно, даже затрудняюсь ответить конкретно на этот вопрос. Ну, а сами вы где впервые про это услышали? Вот я как-то мне, наверное, хотелось что-то делать своими руками. И вот я в какой-то определенный момент, скорее всего, где-то что-то читая, смотря картинки, увидела как бы изделия текстильные, и мне вот захотелось попробовать. Я думаю, что это, конечно, очень история уходит корнями очень далеко, именно с основания авторской игрушки. Очень я не углублялась. А большие игрушки вы делаете? Нет, очень большие не делаю, только вот это, вот такие вот небольшие игрушки. Наверное, почему не делаю? Потому что, во-первых, очень много работы приходилось бы выполнять не руками. То есть большую игрушку, ну, очень много времени уходило бы именно, если руками сшивать. Поэтому, а я люблю, чтобы как бы тепло, как говорится, рук было максимально передано игрушке, поэтому я их сшиваю максимально, ну, вот руками, то есть вот эти игрушки. То есть все эти игрушки сшиты вручную? Да, да, да. То есть если делать очень большую игрушку, это нереально сделать руками, ну, как бы энергетика уже будет совершенно другая. То есть, в принципе, для того, чтобы создать небольшую маленькую авторскую игрушку, необходимы только руки, никакой швейной машинки? Нет, конечно, не обязательно. То есть я тоже свою швейную машинку купила не сразу. То есть, естественно, первые работы все были руками сшиты. А для чего в основном применяется швейная машина в создании авторской игрушки? Да не для чего. Наверное, она не нужна. Ну, а это не обязательно вообще элемент швейная машинка. Совершенно. Иголка, нитка, все, желание.
материалы. А где можно больше всего найти идеи для создания авторской игрушки? Это книги, либо какие-то рисунки? Да, в общем-то, вокруг себя, наверное. Допустим, если есть желание создать какое-то определенное животное, то есть ты смотришь картинки, фотографии этого животного. В общем-то, наверное, скорее я сейчас пришла к тому, что не изучая фотографии авторов, да, других игрушек, а именно смотря вокруг на живую природу, допустим, или на какие-то картины, ну, картинки даже, да, рисунки, как-то дает вдохновение именно вот это. То есть уже вокруг себя вдохновение. А вы создаете авторские игрушки на заказ, да? Да. Что чаще всего заказывают? Зайчиков заказывают. Зайчиков, да, а да. Каких-то популярных персонажей, мультфильмов или книг? Ну, у меня было несколько, да, таких работ, но как-то в основном, не знаю, люди заказывают именно мою авторскую работу, чтобы это было, ну, не с какой-то картинки, допустим, а вот доверяя мне. Просто неповторимое, да, что-то, да? Да, да, да. Вот так. К сожалению, время нашей передачи уже истекло. Спасибо вам большое, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что показали такие замечательные работы. Напомним, у нас в гостях была мастер авторской игрушки Надежда Лукьянова. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами.